Так, ну сейчас мы вам покажем непосредственно, как производится монтаж и строительство перекрытий временных. Это вот будет здесь первый этаж, там выше второй этаж, может быть третий и может быть даже четвертый этаж. Здесь непосредственно выход на улицу. Да, замечательно. И, соответственно, здесь в 5 минутах ходьбы метро Багратионовская. Пройти через Горбушкин двор, метро Багратионовская. Здесь будет баннер большой. Ну, соответственно, кто хочет применить свои силы и умения, приглашаются. Я думаю, что пространства свободного много, нужны художники, программисты, актрисы, операторы, монтажеры, композиторы, исполнители. Это все огромный, прекрасный съемочный павильон, дорогие друзья. Здесь асфальт положен специально для картинга. А в соседних помещениях асфальт надо будет укладывать заново. Ну, прохожу, чтобы у вас было понимание объема. Это вот в одной секции. И давайте перейдем через колонны и посмотрим здесь. Это ждет своих арендаторов. Мы видим, как прям зачищаются территории, освобождается пространство. Работают монтажники. Это все будет под аренду. Предлагается это все превратить в мультимедийное культурное пространство «Глобальная волна». Вопрос только ваших благотворительных взносов, господа! В общем, огромное количество различных зон, тематик можно разместить. Площади позволяют. Пока стоп снято.